Неиспользуемые земли сельхозназначения заинтересовали региональные власти. Площадь пашни в области 542 тысячи гектаров. По целевому назначению используют меньше 40%. И только 5 муниципалитетов дают показатель выше. Предпринимателей нужно стимулировать вовлекать территории в оборот, считает Станислав Воскресенский. Я предлагаю поставить задачу нам за 5 лет половину неиспользуемой пашни ввести в сельскохозяйственный оборот. Мы считали, это сложная цель, амбициозная, непростая, но достижимая. И перед тем, как это объявить, мы несколько раз сверялись. Будет непросто, но надо работать, засучив рукава. В планах на этот год ввести 6 тысяч гектаров неиспользуемой пашни. Работы уже завершены на третьей территории. Чтобы предпринимателям было интересно в этом участвовать, их затраты будут субсидировать из федерального бюджета. Оплатят 30% расходов, но контроль будет жесткий. В этом году доля использования сельхозземель сократилась. Несколько предприятий были признаны банкротами. При этом из 327 тысяч гектар неиспользуемой пашни 133 тысячи гектар или 41% являются пригодными для ведения в сельскохозяйственный оборот в достаточно быстрые темпы. То есть это либо незалесенные, либо слабо залесенные закустаренные земли. На остальной части степень залесенности очень высокая. Сельское хозяйство сейчас в тренде, уверен губернатор, и на него большая ставка. С 2019 года господдержка на эту сферу для нашего региона увеличена в 10 раз и составляет 52 миллиона рублей. Для выполнения плана и минимизации указанных рисков необходимо, первое, организовать обучение специалистов, осуществляющих работу с инвесторами на базе центра «Мой бизнес» для более комплексной отработки инвестиционных проектов и возможного вовлечения в оборот массивов, расположенных на территориях сразу нескольких муниципальных образований. Второе. В связи с положительными отзывами потенциальных инвесторов необходимо сохранить субсидию на введение в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения на весь период действия плана и рассмотреть вопрос о возможности ее увеличения. В настоящий момент она составляет 30% от затрат сельхозпроизводителя. Станислав Воскресенский уверен, что региону удастся из зоны рискованного земледелия перейти в раздел территорий с сильным сельским хозяйством, таким, чтобы продукцию продавать даже на экспорт. У нас есть все шансы, спрос на землю есть. И скорее сейчас даже предложений в стране по земле не хватает. Поэтому нам надо сейчас с умом распорядиться этим важным ресурсом, чтобы земли не простаивали. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.